Моя зяля буде їсти хачапурі. Да, ой, зяля, ти прийшла в Злата Плазу, да? А тут немає ніякої кафе дитячої, є тільки хінкалі. Бідні грузини, що вони їдять? Це куриний супчик з яйцем. Кошмар просто. Это кошмар. Я надеюсь, мой ребенок это хоть чуть-чуть съест. Это детские хинкали. Суп Лера не хочет кушать. Хинкали вроде хочет. Ну что, можно подвести итог. Суп вообще не понравился. Вообще. Говно полное. Честное слово. Вареным луком пахнет. Лера его кушать не захотела, я тоже. Хинкали. Более-менее нормальные, но половина вот. Они просто сырые, а сыр соленый. Ничего хорошего. Узвар один нормальный, и тот чересчур сладкий, как по мне, никакой кислинки. В общем, я не понимаю, кто ходит сюда кушать, но люди, тем не менее, есть. Во всем этом деле радует только цена. И обслуживание хорошее. Остальное такое гэ, что это просто капец. Лера в шариках. Мы... Ленопарк или Леопарк? Леопарк в Ровно. Конечно, не сравнить с тем, что у нас в Израиле несчастные джимбари малюсенькие. А вход стоит столько уже на целый день. 10 шекелей тех же, чуть больше. 12. Куча всего для ребятни. Класно, Лера? Дай на маму. Мальчик пришел в очереди. Давай! Молодец! Давай еще! Прыгай двумя ножками. А чё ж ты сразу падаешь? Ты долго прыгай.